Так обрати внимание, она легла не просто так, она легла именно в лучики солнца, пузика, чтобы прогрелась. Иди погладь ее. Ты уже погладь. Ну еще иди. Пошли рубить. Нет, погладь Миру, потом пойдем рубить. Не пойду рубить мясо пока. Давай, ну давай я мне это. Давай, иди сама руби. Мира. Сейчас, пойдем. Хозяйка твоя пошла сама мясо рубить. Тогда знаешь, что я следом пойду. Хватит, Шурик, запалил. А я посмотрю, как вы будете мясо рубить, а этих дразнить мясом. Они любят, когда мясо рубят. Ну, Марсюнчик, ты любишь, когда мясо рубят? Любит смотреть. Сегодня у нас Игорек в гостях. На прорыв к Сереге. Ну что там делаете? Озеро чистите. Чистите? Маленькое, да? Да. О, как раз хорошо. Лерок, ну а ты что? Как тебе там назвали этот рыцарь печального образа? Такой же взгляд у него грустный, печальный, что прям все думают, ну что он такой стресс пережил. А самый большой стресс у него был, когда он съел не трех осетров, а одного всего. Когда они всплыли, подохли. Ага, а потом он еще одного спер. О, вот это был для него стресс, что не три сразу, не поместились вот в эту вот мордочку три осетра сразу. Только один поместился. И вот это и был для него стресс самый большой. А для мальчика стресс – это прозевать, когда показывают еду. Смотри, какой взгляд у него прям. Не прозевай, мальчик. Смотри внимательно. Смотри. И ты смотри, вон как косточки режу. Ну да. Угу. А я топором рублю. Тут-то есть хрест. Ну я же плотник, у меня образование столяр-плотник. 2 года учился в училище. ГПТУ номер 8. Марсенчик с другой стороны пошел смотреть. Иди, смотри, смотри, не отвлекайся, Марсенчик. Я же тебе... Такое не каждый день бывает, когда мясо режут. Люди подумают, что ты его вообще раз в год ешь. Ну, в принципе, я стараюсь меньше мяса есть, реже. Раньше ел часто, и второе ел, а сейчас даже второго уже не ем, только первое. Ну, вот эти вот три штучки, да? Да. Ну, тут потом... Ой, спасибо. Не то, что ты. Конечно. А когда я? Оператор, мне надо снимать. Все, Масик, обломился. Теперь это будет смотреть, как мясо рубит. Хватит, Шурик, иди на работу. Иду, иду, бегу, бегу. Мирочка, ну, теперь ты будешь досматривать. Марсик там начал смотреть на еду, а ты будешь продолжать. Сейчас тут будет что-то готовить, а меня посылают, ну, не туда, куда обычно, а на работу. Все. Не трогай мою рубашку. А я пошел на работу. Этот ролик я назвал «Французский бульдог Марсик и Мира. Наблюдатели». Ну, вы как бы наблюдаете за тем, как готовится еда. Слышишь? Мира. Любите ж вы наблюдать? Пойдем понаблюдаем, как Виктория смотрит сериал. Пойдем? Мир. Пойдем, она сейчас, конечно, нас нагонит. Ну, пойдем. Давай. Опа. Ну, все. Ну, давай, я тебя спускаю. Опа, вниз, вот так все.
А иди наблюдай, а я пойду. И как только нас нагонят, так мы видео и закончим. Все, нагоняй нас. Валите. О, сейчас. Все, она будет наблюдать, как ты смотришь сериал, а я все-таки пойду на работу. Ни хрена себе. Уже второй раз я пытаюсь идти на работу. Я же пока... Ну, все, я пошел на работу. Вот так. Ну вот, я по-настоящему собрался на работу. И все-таки намерен на этот раз уйти, Настенчик, на работу. Все. Все, Мирочка. Провожать меня не надо. Я сам найду дорогу. Все. Идите. Настенчик, быстро на место. На место. Сюда. Сюда залазь. На ступеньки. Все, я на работу пошел. Они же чувствуют, бесит, что как только у меня в руках камера, какая там работа? Значит, идут съемки. Когда камеры нет, они сидят вот здесь на ступеньках, зайчики, и не парятся о том, чего я делаю, как. Как столько стоит мне взять в руки камеру? Все. Начинается позирование. Ну, а мне, тем не менее, надо идти на работу. Конечно, есть способы уйти. Где? Способ такой. Делаем узенькую щель. Вот в эту щель. Вот, протискиваемся боком. Оставляем ногу, чтобы никто не выскочил. Так, отходите и начинаем закрывать ворота.